Всем привет, ребят, с вами Хиллион. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Sandy Tubes 2 D. Это как бы переиздание 3D игрушки Sandy Tubes. И давайте же посмотрим. Так, по сеттингс у меня High, все, High. Давайте нажмем слендов. Так, наша главная миссия в этой игре — это собрать чашечки с кашей, поскольку я помню. Поскольку это выглядит, напоминает мне оригинальную карту, сделанная в 2D. Вот, тогда здесь должно быть место. А ну пойдем сюда. Есть. Пока никого не видно. Есть. Такое почувствие, как будто я хожу по кругу. Я вижу. Так, еще осталось 4 штуки. Хорошо, что он медленный и нас не догоняет. В той-то игре, по-моему, был быстрее. Так. О, блядь, я его только что видел. Я вижу эту суку. Вон она там. Я вижу ее. Где она? Она куда делась? О, нет.
Окей, давай посмотрим другие карты. Так, у нас есть... Mountains. What the fuck is that? Мне кажется, или начинает темнеть. Семь осталось. Фак. Не останавливаюсь и не останавливаюсь, а он медленнее чуть-чуть медленнее меня. А тем не менее, мой монитор понемногу начинает помирать. Есть еще одна. Я так понимаю, значит, на разных картах будет находиться разные типы телепузиков. Ну, вернее, сейчас они там монстры, а не телепузики. Хотя я все время их боялся, даже если они были и нормальными. Не знаю, они меня просто пугали. Эти ихние лица. Полных кошмаров. У меня чуть ли была на них фобия. Это я так сейчас говорю, пока ничего не происходит. А тем не менее, я надеюсь, что все сейчас записывается. О! Тут я еще не был. Отлично, 4 осталось. Я его слышу. Не сильно, но слышу. А, так, осталось еще 4 штуки собирать. Вот еще одна. Осталось еще 3 штуки. Вау, это место большое. Подожди, это не тот путь, которым я уже и шел. Да, похоже на то. Беги вперед, беги вперед, просто беги вперед. Все, он исчез. О, нет, он не исчез. Thank you.
Ну ладно, давайте-ка посмотрим еще одну карту. Так. Так здесь основано на Sunny Tubes 2. Так. Давай-ка начнем с этого, потому что этот монстр, я помню, меня пугал во второй части. И поскольку я помню, вот этот классный, как раз самый быстрый. О, классно, кофе. Что может быть еще лучше? Пока его не видно. Блять, это он. Это он издает такие звуки. О, а в этом здесь есть смайлик. Умой. А. Мы так просто пойдемся. Я не обещаю, что я пойду ко всем уровням, но на монстров-то я посмотрю. Вот он. Я просто хочу увидеть, какой он быстрый. Чё, он не такой уж и быстрый, как в игре был во второй части. Там он был просто ужасно быстрый. Но и звуки издают точно такие же, как и там. Ну хорошо, давай-ка умрём и посмотрим еще один. У нас есть еще Castout Reject Facility. Ага, если я не забываю, то здесь у нас будут белые телепузики. Те, которые как призрачные, да-да-да. Здесь еще и канализация, все это такое. Они тоже жуткие на самом деле. Жуткие они были тем, что издавали очень жуткие звуки. Пока я их не вижу. Это не он. Вот, 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 вот. Это на самом деле не он. Тише. Ну хорошо. Посмотрим еще какие-то уровни. Processed school.
Да, давай попробуем это. Мой монитор начинает умирать. Или нет? Возможно, это и не монитор проблема. Окей, что у нас есть еще здесь? Ну, посмотрим еще это. Нет, ты что? Думаю, 5 будет достаточно. Так, посмотрим, что здесь у нас. 4 осталось уж. Сзади тебя. Так, ну это вообще не телепузик. И она еще плюс читит. Давай, давай, отстань от меня. Осталось. Я видел. И она близко. Вон. Ну ладно, ребята, это была Sandy Tubies 2D. Хорошая игра. Но надо сделать чуть-чуть челленджней. Надо чего-то кастомизейшн. Если вам понравилась эта игра, то я дам вам ссылочку в описании. А на этом все. Если вам понравилось, подпишитесь на канал и поставьте лайк. А увидимся мы уже в следующей игре. Всем до встречи и пока.